запишу свидетельство, какие, блин, выродки и свиньи. Это страна Германия. Конечно, это могут делать какая-то определенная группа лиц, блин, молодежь или дальнобойщики здесь стоят. То есть это все аккуратные, вот эти красивые виды. Все эти выродки в говне оставляют. Кто-то тут пожрал, блин. Еще нажрался. Сейчас я вам покажу самый трэш еще. Готовьтесь. Вот это все макдональдская еда валяется. Все сделано по-людски здесь. Окружающая обстановка, красивые виды. Я не знаю, как люди делают. Сил им хватает вот это все делать, чтобы потом вот смотреть, как выродки здесь все гадят. А вот он, да, один из ключевых моментов. Кто-то посрал тут. И еще подъезжаем. Это просто безумие вообще. Это разворот здесь. Вот эти фуры грузятся. Кстати, птица в полете висит. Ну так вот, фуры там грузятся, и тут разворот у них. И вот тут они стоят, паркинги. Правда, здесь много легковушек было этой ночью. Вряд ли дальнобойщик такие очки вот возит. Ну а и они тут. И много легковушек было. Козырных ребят, наверное, немецких. Стильных. Стильные ребятки, которые гоняют на машинках. И как в России. Такие же. И вот. Они стильно после себя срач вставляют. Они думают, что они стильно. И они потом уносятся. На легковушках. Ну, может быть, это и дальнобойщики. Да. Трагично. Это... Насколько здесь все аккуратно и красиво сделано. Да? Поставлены урны там. Поле велодорожки. Насколько похабные ублюдки. Вот вдоль забора Макдональдс. Здесь недалеко Макдональдс, KFC, вот еще KFC упаковка. Сигарета раздавлена. Там KFC, Макдональдс. Тоже все сюда сброшено. Стакан или Макдональдс. Что смысл видео просто полный, просто это называется полное безумие, когда свиньи допущены среди столь красивых видов, аккуратных сооружений, заборов, местности. Кстати, там возле Макдональдса, если поехать, ну, там, конечно, фуром уже не встать. Там тоже по дороге ехал, когда все загадили. Тут, конечно, дальнобойщики, не знаю, тут уже они, им не бывать. Вот все, Макдональдс на еде. И вот так вот вдоль дороги едешь туда. Вот это все валяется. Это город Унна, Германия. А, кстати, давайте сгоняем. Пожалуйста. Кто-то сытненько покушал, бумажки так сбросил.
из чрева своей машины или просто из рук. А вот здесь сейчас будут свеженькие свиньи. Кайфанули. О, свежие. In 50 meters, turn left onto Unnerstrasse. Turn left onto Unnerstrasse, then turn left. Аварта загорается, надо ждать перехода. Все по-прежнему в мусоре. Ну, здесь на этой дороге нет, потому что она ведет, наверное, еще к Макдональдсу, чтобы затариться, а потом мусорить. А на обратном выезде там, конечно же, покушал. Свиненыш такой покушавший. Меня еще за стильным чувачком такой. Так, стоп, у меня там болт отвалился от машины. Кстати, да, вот еще летит уже свежий мусор. U-turn. Так, ну ладно. Вон они валяются. In 500 meters, make a